Здорово, народ. Как вы уже поняли, номер у нас новый. Гостевой дом тот же самый. Сегодня у нас четверг, и планов у нас никаких. Пойдемте, я вам, пожалуй, покажу ваш новый номер. Это номер люкс. Номер состоит из двух комнат. Первая комната с небольшим диванчиком. Вот так он разбирается. В принципе, два человека вполне сюда могут поместиться. Два журнальных столика, холодильник, телевизор, полочка для обуви и, самое главное, панорамное окно во всю стену. Дальше у нас вторая комната. Полочки, шкафчики, зеркало, тумбочка, столик. Еще две тумбочки, двухспальная кровать с двухспальным матрасом. Санузел. Здесь у нас две вот таких вот душевых установки. Кран, раковина, туалет и небольшая ванная. Таких номеров в комплексе 4 штуки. 10, если я не ошибаюсь, полулюксов. В принципе, то же самое, только вот без такого вот, без второй комнаты. Все остальное одинаковое. И есть еще эконом-варианты. Их я тоже буду показывать, но решил, чтобы в одном видео вот такой обзор прям не делать. Пожалуй, я в каждом влоге буду понемножку номера показывать, территорию. В общем, мы здесь надолго, поэтому просто следите за каналом, подписывайтесь на него, смотрите. И цены. Поставьте на паузу и можете посмотреть, сделать копию скрин с экрана. Это цены для моих подписчиков, но те, кто из подписчиков, кто при бронировании или заселении скажет промокод YANLAROS, получит к этим ценам еще скидку 10%. Кто не успел запомнить и посмотреть внимательно цены, проходите, ссылка в описании. Я запостил в нашем паблике ВКонтакте скриншот этих цен, и там все есть. Поэтому, если хотите действительно клево отдохнуть в Крыму, настоятельно рекомендую. Это тот именно случай, когда я не просто рассказываю о каком-то месте, а я его настоятельно рекомендую. Называется этот комплекс «Сиеста». Находится он недалеко от пляжа Учкуевка, буквально в 150-200 метрах от моря. А пляж Учкуевка считается одним из лучших, а, наверное, все-таки самым лучшим пляжем Севастополя. Поэтому, если вы в Севастополе, если хотите отдохнуть действительно комфортно, действительно душевно, действительно классно, вам сюда. Минус телефон. Короче, расхерачил телефон. Позавчера меня облили кипятком. Вчера я чуть не подвернул, не сломал ногу, когда ловил, блин, для ребенка креветок. А сегодня я расхерачил телефон. Здорово. Здорово. Как вы вовремя? Я чую, да? Да. Смотри, у меня горе какое. Жесть. А что ты с ним делал? Ну, как уже обычно. Ну, ты рукожоп. Ты все кидаешь, ты все бросаешь. Все твои эти сигареты. Сколько раз ты сигарету уронял? Ты на мою маму покоишься. Да? Да. Ну, как так можно? Ну, и так дольше живет.
Считаю, сколько я его роняю. Ну вот я тоже много раз ронял, неудачно ронять. Ай, у меня тоже был раз, переживешь. Короче, какой-то вообще трэш. Как мой штатив окончательно сдулся. Ай, блин, мой телефон разбит. Что-то совсем как-то. Что надо таким рукожопом проводить? Еще. Ничего, зато мы живем в люксе. И зато в течение часа нам сделают наконец-то очень быстрый интернет. Я целых 3 дня мучился, даже 4. Собственно, не мой сегодня явный день. Только что узнал, что интернет тоже сегодня не будет работать, потому что сев какой-то там, короче, провайдер этот долбанный уже неделю нифига сделать толком не может. Опять пришел специалист, пытался тут что-то наладить, настроить, и ни хрена у него не вышло. И когда теперь все это включится, блин, неизвестно. Так что судьба ежедневных влогов под вопросом, потому что залить теперь негде. Если раньше я мог хотя бы на смартфон все это перекинуть, сходить там куда-нибудь залить, то теперь у меня и смартфона нет.